ومن عبادة الله طلب العلم. И из поклонения Аллаху Субхану ва Тааля это требование знаний. لأن الله سبحانه وتعالى رفع مرتبة العلماء. Потому что Аллах возвысил степень ученых. وهم ورثة الأنبياء. И они являются наследниками пророка. فيسير الإنسان في طلب العلم. Человек должен все время находиться на пути требования знаний. يبدأ بدراسة التوحيد. И должен начинать требование знаний с изучения единобожия, таухида. بدراسة الأصول الثلاثة. А именно с изучения книги «Три основы» «Усулу Салата». Thumma القواعد الأربع. После этого четыре правила «قواعد الأربع». Thumma الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله الجميع. Затем должен учить важные уроки для исламской общины, автором которой является шейх Ибн Баз. هذه الدروس التي يبدأ بها الطالب يحفظها. И эти те уроки, с которых студент начинает свое пути в изучении знаний, и он должен заучить эти книги. И должен повторять их. Также должны совместное повторение быть этих уроков. Почему бы не сделать все наши собрания собраниями, где требуется знание? И оставить те собрания, где производится гиба и сплетни. Где разговоры идут только о мирском. Такая-то сделала так, такая-то оставила то. Потому что время наше уходит от нас. И قد يختم للإنسان نسأل الله عافية السلامة قد يموت على الغيبة أو النميمة نسأل الله عافية السلامة. И прошу Аллаха, чтобы Он уберег нас всех, потому что многие люди умирают на том, что совершают гиба и сплетни. Однако здесь теперь стоит вопрос, от кого же должны браться знания? В наше время, как в наше время требовать знания? Берется ли знание путем Гугла, WhatsApp, или через WhatsApp, YouTube, или же через YouTube, Facebook, или же на Фейсбуке, или им подобные. Такой человек, который так требует знания, он никогда не будет настоящим требующим знания. Однако, говорит, чаще всего, говорит, пусть Аллах нас всех идет прямым путем, приводит к заблуждению. لأن هذا العلم دين. Потому что эти знания есть религия. ولا يمكن نأخذ الدين عن كل عن أي أحد. И поэтому мы не можем брать нашу религию от кого попало. ثم هذا مثلا جوجل مثلا. Например, как Google. الآن إذا أردنا أن نسأل مثلا عن حكم أي مسألة من المسائل. Например, говорит, мы хотим узнать какое-то положение какой-то вещи в каком-либо вопросе. عن حكم الربا. Например, положение ростовчичества риба. فنأتي إلى جوجل. Мы заходим в Google. وتكتب لا تكتب يعني ما حكم الربا لا عند جوجل تكتب الأدلة على جواز الربا يخرج الأدلة على جواز الربا. И человек, когда он хочет узнать положение ростовчичества в исламе, он заходит в Google и он не пишет, каково положение на запретность, какие доводы на запретность ростовчичества риба. Однако он пишет, какие доводы на то, что можно брать риба. Или же некоторые говорят, женщины, пусть Аллах наставит нас, их на прямой путь заходят в Google и пишут доводы на то, на необязательность хиджаба. فجوجل يخرج أدلة وأقوال لا نهاية لها. И Google нам выводит слова и доводы, которым нет конца и края. هل هذا الذي أمر الله به عند الخلاف وعند التنازع عند إرادة العلم؟ Разве то, что нам приказал Аллах, как поступать во времена разногласий и требований знаний? Не может быть так. Мы должны возвращаться к большим ученым, доверяя знаниям и религии, которых мы доверяем.
أمثال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. Как, например, шейх ибн Баз رحمه الله. الشيخ بن عثيمين. Или же шейх Усаймин رحمه الله. الشيخ الفوزان. Или шейх Фаузан. الشيخ الألباني. Или шейх Албани رحمه الله. كذلك لو رجعنا إلى الأئمة الأربع كالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. Или должны вернуться к одним из четырех имамов, как, например, имам Абу Ханифа رحمه الله. أما نرجع إلى أناس لا يعرفوا أصلاً لا بالعلم ولا بالدين ولا بالصلاح. Не должны возвращаться к людям, знания и религии, которых мы вообще ничего не знаем. Например, кто-то скажет, я вообще арабского языка не знаю. Тогда мы скажем, что есть хорошие сайты на русском языке. والقائمين على هذه المواقع ولله الحمد يترجموا فتاوى كبار العلماء. И те, кто как бы стоят за этими сайтами, и они переводят фатвы и слова больших ученых. مثل أخينا الشيخ أبي يحيى أرسين حفظه الله تعالى ورعاه. Как, например, наш брат Абу Яхья, Арсен Абу Яхья, да сохранит его Аллах. أو الشيخ أبو محمد ريناد حفظ الله الجميع. Или как шейх Ринат Абу Мухаммад, да сохранит Аллах нас всех. هؤلاء يترجموا فتاوى العلماء وينقلوها إلينا بترجمة نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. И они переводят слова и фатвы больших ученых и доносят до нас. И мы никого не восхваляем перед Аллахом. فأشكل علينا شيء. ماذا نصنع? И тогда тут вопрос, как нам поступать? نرجع لفتوى كبار العلماء. То есть должны в непонятных вопросах возвращаться к фатвам больших ученых. والواحد منا يرجع إلى فتوى عالم واحد يأخذ بفتوى في كل المسائل يعني لا يصح أن يأخذ بفتوى في الحجاب ولا يأخذ بفتوى في الربا مثلا. То есть поэтому человек должен брать, то есть все свои фатвы только от одного ученого. То есть не так, что он в вопросах хиджаба берет фатву одного ученого, в вопросах риба берет фатву другого ученого. أو مثلا المرأة تقول والله أفتاني زوجي. Или какая-то женщина говорит, мне фатву мой муж дал. Тогда мы спросим, а ее муж является ли кем-то, из кто обладает знанием? هل الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى الزوج أو إلى فلان أم إلى العلماء? Разве Аллах нам приказал возвращаться в таких вопросах к мужу или к какому-то, к тому-то или к тому-то, или же приказал возвращаться к большим ученым? Например, человек заболеет. يذهب إلى أي طبيب؟ Он разве пойдет к какому попало врачу? لا يبحث إلى أعلى الأطباء. Нет, شهادة. Однако он будет искать самых лучших врачей. وخبرة. У которых есть опыт. وكذلك يعني يزكيه الناس. Которого хвалят люди. ثم حتى بعد أن يذهب إليه ويكتب له الوصفة يأتي ويراجع الورقة الموجودة داخل الدواء حتى يتأكد 100% من أن تشخيص هذا الطبيب هو تشخيص صحيح. И даже если придет к такому врачу, после того как врач ему напишет рецепт, человек непременно проверяет, то есть смотрит, какие же лекарства ему врач назначил, чтобы убедиться, что действительно лечение назначено правильно. هذا فيما يتعلق بالبدن، فما بالنا بما يتعلق بالروح وبما يتعلق بدخول الجنة ورضا الرب سبحانه وتعالى. Это что касается тела, то есть нашего тела. Что же говорит тогда то, что касается наших сердец и наших душ и довольствия Аллаха? Это не означает, что женщина должна ругаться и спорить с своим мужем. Однако она должна сказать, что мы сделаем нашим судьей шариат. И должны прийти к общему пониманию. И должны помогать друг другу в благочестии и в богобоязненности. وكما أنت تحرص على هدايتي أنا أحرص بإذن الله على هدايتك. Как ты желаешь для меня прямого руководства, так же я для тебя желаю прямого руководства. ونريد أن تكون البيوت بيوت مسلمة. Поэтому наши дома должны быть домами мусульман. بيوت تكون على ما كان عليه زمن السلف الصالح رضوان الله عليه. Наши дома должны быть подобны домам, какими они были во времена сподвижников, رضي الله.